Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Французская миссия в Марее. Пелопоннес. Ноэль Финерт. 1828 год. Холст масла 56/71. Музей Бинаки, Афины. В музее хранится коллекция живописных произведений, которые либо сюжетом, либо авторством связаны с историей и культурой Греции. Одна из таких картин создана французским живописцем Ноэлем Финертом. Почти не сохранилось сведений о жизненном и творческом пути этого мастера. Однако представленное полотно – наглядное свидетельство типичной манеры академического искусства первой половины XIX века. Его жанр – классика исторической живописи. Обычно художники участвовали в политических, дипломатических и военных кампаниях в составе делегаций, чтобы по свежим следам запечатлеть важные события. Как правило, они создавали серию эскизов, набросков, отдельные зарисовки местности, типажей, портреты главных персонажей будущей картины. Вернувшись на родину, авторы выполняли в мастерской полноценное, как правило, достаточно большое по формату произведение. В нем соединялись впечатления, события и детали, а иногда и сочинялись новые. В композиции и работы все было полно символиков и значимо для современника. Расположение персонажей, состояние погоды, ну и различное другое. Так данную картину художник создал в 1828 году, но изобразил события, которые разворачивались годом ранее, в 1827. Он запечатлел высадку французских военных на Пелопоннесский берег, что и являлось подготовкой к знаменитому Наварринскому сражению. В нем участвовали, с одной стороны, союз Англии, Франции и России, а с другой – турки и египтяне. Османская империя не согласилась признать автономию Греции, которая с 1453 года находилась под ее властью. Эта битва стала одной из главных в серии сражений, в результате которых Греция обрела национальную независимость. Разгром турецкого флота на Наварринском сражении ослабил морские силы Турции, что послужило значимым вкладом в победу России в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В этой работе живописец запечатлел мирный, освободительный характер французской миссии. Офицеры в узнаваемом обмундировании дружески и непринужденно общаются с местными жителями, одетыми в греческие национальные костюмы. Вдали видны силуэты нескольких кораблей, но в целом на заднем плане показана спокойная гладь моря. Ну вот такое описание нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира» к работе Ноэля Финерта «Французская миссия в Марее». 1828 год. Пока-пока, до свидания.